ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Большое благоустройство и новая жизнь ждет и детский лагерь «Дружба». Буквально недавно Федеральное агентство по управлению госимуществом передало в безвозмездное пользование городскому округу Клин эту оздоровительную площадку. Построенная 60 лет назад, детская здравница сначала занимала 5 гектаров, а спустя несколько лет территория увеличилась вдвое. Каждая смена принимала по 4 сотни ребятишек. В лихие 90-е лагерь закрыли, и больше 2 десятилетий он простоял под замком. Но в этом году здесь снова зазвучат детские голоса. Правда, по предварительной оценке, корпуса после длительной консервации нуждаются в серьезном ремонте. Большинство сооружений, зданий находится в аварийном состоянии. После того, как сойдет снег, наступит тепло, будет проведен технический анализ имущества, самого технического состояния, после чего будет принято в отношении каждого объекта индивидуально решение о восстановлении его или сносе. Как только позволит погода, специалисты проведут ревизию инженерных сетей и восстановят линии электропередач. А сотрудники администрации выйдут в лагерь на один из ближайших весенних субботников. Очистят территорию от мусора и сухостоя. Уже этим летом в «Дружбе» планируют разбить палаточный лагерь недельного пребывания.